начинать уже. Команда Дуна. Нам нужно сесть по протоколу. Кузьмин Павел. Доброе утро, уважаемые участники соревнований, зрители, начинаем первый игровой день. На центральный стол приглашаются Павел Ладнев, Павел Кузьмин, Кузьмин Ладнев, первый стол. На 13 стол приглашаются Вячеслав Кашин, Павел Бобров, Бобров Кашин, 13 стол. На 14 стол приглашаются Владислав Рапопорт, Александр Юдин, Юдин Рапопорт, 14 стол. На третий стол приглашается Байрам Галилей Чаханов, Владимир Ильин, Екатерина Чаханов, третий стол. На четвертый стол приглашается Павел Родионов, Андрей Мурашко, Мурашко Родионов, четвертый стол. На пятый стол приглашается Дмитрий Мальчан, Федор Курчи, Курчи Мальчан, пятый стол. На шестой стол приглашается Константин Гусюк и Бабикир Петрудей, Петрудей Гусюк, шестой стол. На седьмой стол приглашаются Виктор Локтев, Алексей Голованов, Голованов Локтев, седьмой стол. На пятнадцатый стол приглашаются Евгений Крусак, Юрий Смирнов, Смирнов Крусак, пятнадцатый стол. На девятнадцатый стол приглашаются Павел Просенков, точнее Павел Рубенов, Рубенов Просенков, Просенков, прошу прощения, девятнадцатый стол. Встреча будет до 5 побед. На восьмой стол приглашается Александра Гниза и Светлана Зверева. Зверева Гниза, восьмой стол. На девятый стол приглашается Валерия Лунянова и Евгения Рамозина. Рамозина Лунянова, девятый стол. На десятый стол приглашается Марина Лыбарева, Анастасия Зверинцева. Зверинцева Лыбарева, десятый стол. На одиннадцатый стол приглашается Арина Горбатова, Ольга Прохорова. Прохорова Горбатова, одиннадцатый стол. На 16 стол приглашается Анастасия Михайлова, Вероника Северин, Северин Михайлова, 16 стол. На 17 стол приглашается Кристина Гуц, Вероника Тихомирова, Тихомирова Гуц, 17 стол. На 18 стол приглашается Анастасия Новикова и Елизавета Андреенко, Андреенко Новикова, 18 стол. На 19 стол приглашается Валентина Мухукова, Алина Зибирова, Зибирова Мухукова, 13 стол. Встреча проходит до 4 побед.
Во время встречи с пациентом имеет право на 10-минутный перерыв и, соответственно, 10-минутный перерыв перед игровой ростом. Перед уходом в перерыв обязательно предупреждайте зубного судью. Также определите место для курения. Это второй выход, который находится рядом с игровой столовой.